приграничном с Крымом Чаплынском районе Херсонской области Украины, в поле неподалеку от поселка Новый Гай, неизвестные подорвали опору линии электропередач. Сотрудники правоохранительных органов установили, что конструкция повреждена неизвестным взрывным устройством. Ко второй опоре также был прикреплен предмет, внешне похожий на взрывное устройство. Неисправность обнаружил житель села, находившийся неподалеку. Напомним, что ранее на высоковольтной линии Мелитополь-Джанкой, которая обеспечивает электричеством Крым с материка, попытались взорвать две электроопоры. Местные власти считают, что это спланированная провокация против продуктовой блокады полуострова, главной целью которой была дискредитация мирной акции активистов. Укрэнерго сообщает, что из-за подрыва линии электропередач возле Чангара и Нового Гая поставки электроэнергии в Крым будут снижены, а ночью на полуострове возможно отключение электричества. В свою очередь, украинские политологи опасаются, что взрывы на границе с полуостровом грозят Украине энергетической блокадой, ведь между Киевом и Москвой заключен договор, согласно которому Россия поставляет электроэнергию в обмен на гарантию того, что Украина будет снабжать ею и Крым.